большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В воскресенье в Самарской области пасмурно, пройдет снег, температура воздуха днем минус 10, минус 13, ночью 9-14 градусов ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе тучи, осадки в виде снега, днем минус 9, ночью минус 8 градусов, юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, температура воздуха днем минус 10, ночью минус 9 градусов, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем минус 11, ночью минус 14 градусов, юго-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.